Барбара. Barbara was a child star for 2 years. Барбара целых Until 2 года была America grew юной out of it. звездой, пока Америка от нее не отстала. Так. Хорошо. Последний раз, когда я была в комнате Эдит старшей, мне было 10, и она рисовала мой портрет. Так, здесь я уже был. Хорошо, налево сходили. На первом этаже мы были. Я часто играл в комнате двоюродного дедушки Уолтера. Наверное, мама порой жалела, что не запирала ее. Какая крутая комната, на самом деле. Очень необычно. Вот этот вот свет так падает четко. Прям вообще супер. Льюис рассказывал мне о потайных ходах, но я ему не верила. Как выяснилось, моя мама хорошо умела хранить секреты. Теперь настало время узнать, чего же так боялась моя мама. Понеслась, друзья. Приключения. Сейчас, глядя со стороны, может показаться, что у меня был план. Но я не знала, что за той дверью. Я вообще понятия не имела, к чему все это может привести. Молли. Молли Финч. Это ее дневник. 13 декабря 1947 года. Дорогой дневник. Меня скоро не станет, но я хочу рассказать кому-то, что произойдет. Все началось, когда мама отправила меня спать без ужина. Я проснулась очень голодной и начала искать, чего бы мне поесть. И съела корм для хомяка. Корм для хомячка совсем высох, но еще жевался. Боже, там он же лежал с какашками. Зачем ты это в рот? Ну ладно. Мам, мне уже можно выйти? Малышка, уже поздно, ложись спать. My Halloween candy was all gone. Конфет с Хэллоуина тоже не осталось. А кушать-то хочется, да, маленькой? I kept eating and eating. Я все ела и ела. Пасту вообще безопасно есть? Не уверен в этом. I ate a lot of Той ночью я много чего съела. Тут я услышала за окном чириканье. Эта ласточка возвращалась в свое гнездо. Я потянулась к ней. И вдруг... О, Господи. И вдруг я стала кошкой. Я была осторожной, но птица очень испугалась. Я прыгнула и почти поймала ее. Она уже начала уставать. Но сейчас мне надо было поймать эту птицу. Я ее съела. И вдруг я стала совой.
Сначала был только ветер, а потом я услышал, как в траве постукивают чьи-то зубки. Зайцы. То есть мы сова. Мы вразили сову, и сейчас будем охотиться с зайцами. Иди сюда. Я смотрела на него и представляла, какой он видит меня и мои ногти. Я проглотила его целиком и полетела искать добычу побольше. Куда еще больше, чем кролик? Разве что большой кролик, да? Большая зайчиха. Ну-ка, иди сюда. Отлично. Я едва подняла ее. Давилась и все равно не могла остановиться кушать. И вдруг я стала акулой. Водитель вообще, наверное, в шоке. Такая акула пролетает просто перед тобой. Есть хотелось еще больше. Я вижу, кого мы хотим съесть. Я откусила ему плавник, и он был очень вкусный. Я схватила намертво. Но я была такой голодной, что выпрыгнула из-за воды. Когда я открыла глаза, все изменилось. Теперь я стала чудищем и чуяла людей. Блин, неужели мы будем людей кушать? Серьезно? Ну, хотя это анаконда, а анаконда вполне себе может человека съесть. Я была большая, но двигалась очень тихо. Я не хотела остановиться, но не могла.